Российские производители цветов каждый день уничтожают миллионы роз. Они вынуждены это делать из-за карантина и катастрофического падения спроса и продаж. По всей стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Цветочный бизнес пытается спастись за счет интернет-продаж. Однако пока это удается с трудом. Это вот маленькая-маленькая часть того, что мы выбросили. Это наши деньги, которые взяты в кредит. И мы бы хотели, чтобы нас внесли в список пострадавшего бизнеса. Потому что мы несем катастрофические, колоссальные убытки, миллиардные. Это одно из тепличных хозяйств к западу от Калуги. Работники здесь ходят в масках и собирают то, что вскоре окажется на свалке. Расти они же живые, они все чувствуют. Можно все закрыть, и ту же пекарню, скажем, выключить печку, поставить муку. Вот, а цветы их невозможно остановить. По данным Ассоциации теплицы России, по всей стране теперь каждый день уничтожают более 1 200 000 роз. В данный момент, вот эта пандемия, вы сами понимаете, что цветок никому не нужен. И мы его просто выкинем. Просто будет на помойке, на свалке. Владелица этой калужской цветочной фирмы говорит, что в интернете им удается сбывать лишь десятую часть своих цветов. Мы продаем на интернет-магазин розы в пачках, ну как их делает производство. Ну, как оптовика. Просто мы продаем в розницу, как у оптовик. Люди просто получают пачки, себе, сами себе сделают букет. Компания делает скидки и буквально умоляет покупателей приобрести цветы по заниженным ценам.